Отца зовут Анатолий Александрович Собчак. Каковы же основные принципы построения правового государства? Это защищенность прав человека в обществе, равноправие человека и государства. Восемнадцать лет после смерти отца я никак не могла собраться с силами и восстановить папину историю, разобраться, что произошло в 96-м между отцом и президентом. Как Собчак мог назначить своим первым помощником кадрового офицера КГБ? И почему Борис Ельцин остановил свой выбор на Владимире Путине? Я не успела задать отцу самые важные вопросы, пока он был жив. Лучше пускай от меня узнают, чем откуда со стороны.